Сборная России по вольной борьбе во главе с Дзамбулатом Тидеевым спустя 8 лет вновь стала обладательницей Кубка мира. Соревнования завершились вчера в Якутске. Соперниками россиян на групповой стадии были атлеты из Кубы, Японии и Турции. В стартовой встрече команда Тидеева уверенно выиграла у кубинцев со счетом 9-1, причем половина побед была одержана досрочно. Яркую схватку провел капитан команды Заурбек Сидаков. Действующий чемпион выиграл за 43 секунды. В финальном матче хозяева турнира со счетом 9-1 выиграли у соперников из сборной Ирана. Сборная России выиграла Кубок мира в 7-й раз в современной истории. Последний раз россияне побеждали на этом турнире в 2011 году, когда командное первенство проводилось в Махачкале.